Администрация Твери продолжает свой образовательный проект под названием «Город изнутри». В его рамках жители знакомятся с предприятиями во время экскурсии. И очередная такая экскурсия прошла на кофе-обжарочном заводе «Паулик». Администрация Твери продолжает знакомить жителей с тем, как функционирует город и какие компании производства здесь работают. Первоначально в рамках проекта «Город изнутри» экскурсии проводились только на муниципальных предприятиях МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК», «Тверь», «Горэлектро». Постепенно проект стал более широким, и теперь к нему подключаются частные компании. Так, накануне тверичане смогли побывать на кофе-обжарочном заводе «Паулик». Мне очень понравилась экскурсия. Во-первых, как фанату кофе, интересно, как его обрабатывают до такого состояния, которое мы употребляем. И как специалисту, как химику, мне интересно, есть ли возможность меня реализоваться вот в профессиональном плане, совместить приятное с полезным. Участники экскурсии узнали, какой путь проходит кофе, как оно поступает на завод в виде зеленого зерна, как происходит обжарка, помол. Горожанам дали несколько практических советов. Например, не пересыпать кофе из оригинальной упаковки, чтобы не терять его аромат. А также поделились рецептом приготовления кофейного напитка со сливками в домашних условиях. Это является одной из наших целей – повышать культуру употребления нашей продукции. На постоянной основе мы экскурсии такие не проводим, но благодаря различным проектам, как провела администрация города Твери, проект «Город изнутри». В этот раз администрация Твери изменила механизм распределения мест на экскурсию. Запись, как и прежде, проводилась на официальных страницах администрации в социальных сетях. Но из-за большого количества желающих попасть на мероприятие решено было провести розыгрыши билетов. Проводились конкурсы репостов, квесты и конкурс на лучший пост с рецептом. Мне очень понравилась организация. Все так четко было объяснено, все правила. В части я участвовала в Инстаграм-конкурсе. Ну, реально, прям все написали, все организовали, расписали, куда поехать, указали телефон очень. Конечно, сама экскурсия. Мне всегда хотелось побывать на чем-то подобном. Производство. Ну, великолепно все. Проект «Город изнутри» продолжит работу. В преддверии Нового года горожан ждет специальная экскурсия, которая поможет им подготовиться к празднику. Далее у горожан появится возможность побывать на различных предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса. Все новости будут опубликованы на страницах администрации Твери в социальных сетях.